Лилит, привет. Иду сейчас в Мюллер. Мне нужно купить школьные принадлежности для Климушки, так как у него нету их. Есть те принадлежности, которые для гимназии, но они не подходят. И нужно купить новые. В общем, идем сейчас в магазин, закупим все, что нам нужно. Потом приеду домой, уже покажу. Детей отвезла на тренировку, сейчас тренируются. В общем, такие вот дела. Портить волосы. Сначала одну пачку разведем и будем портить наши корни, наши концы, а потом уже будем портить наши корни. Здесь получается такая вот жидкость, порошок, крем. Это сейчас мы все сболтаем, но шпилинг уже будем использовать после, да? Извиняюсь за шум, у меня машинка стирает сейчас. Так что начнем. Быстро покажу, что я купила Климу для школы. Вот такой вот пенал, да? Не знаю, как он, правда, точно называется. Затем вот такая вот тетрадочка. Еще одна. Еще одна вот такая вот в линейку. Затем такая тетрадь. Такая тетрадка. Вот такую вы уже видели. Вот это, кстати, не про макашки. Раньше, да, когда-то были у нас в тетрадках. Потом вот это вот музыкальное, я так поняла, с нотами для музыки. Вот такая тетрадь. Далее идут разные обложки. Одевать их надо будет на тетрадки. Такие вот на тетрадки, на учебники. Учебники Климушка уже получил. Только на этой неделе. Вот, потом вот такие вот папки. Там будут листы. В общем, много-много-много всего. Вышла в общей сложности. Это закупка на 50 евро. Такая вот папка. Так как нам пришлось покупать все заново. Все заново, все новое. Затем вот такая вот маленькая тетрадочка. Потом карандаши. Затем такая вот белая папка. Затем вот такая вот папка. Это для альбома. Кстати, вот этот альбом. Он получается А3 размером. Мы в гимназию покупали А2. Он еще больше, почти в 2 раза. Здорово. Потом идут разные карандаши. Тут по размерам фломастеры. Дальше идут вот такие вот маркеры. Вот такие вот. И, конечно же, я купила себе еще краску. Купила вот такую краску. До этого я вам показывала темную краску, но я решила покраситься чуть-чуть посветлее. Сейчас в данный момент у меня находится все под фольгой. Я, как говорила, порчу сначала концы, да, а потом уже буду отдельно красить корни. Вот. И вот взяла вот такую вот краску. Не знаю, получится, не получится, но будем надеяться. Черная как-то я устала, ну... Кто меня давно смотрит, знает, что раз в год, раз в полтора года
Я так делаю. Я сначала черная, потом обесвечиваю. И ни к чему не прихожу, к тому цвету, который я хочу, и потом опять крашусь в черный. Вот, но в этот раз, я думаю, может быть, что-то будет иначе. И я буду более или менее в цвете. Вот, так что посмотрим, что получится. Да, еще забыла показать. Купила вот такой вот ластик. Но я цену не буду подписывать. В общем, сказала, что вот эта вот кучка стоила 50 евро вместе с краской. Ну, краска стоит 5 евро, значит, 45 евро я потратила на вот это все. Я любимая сердечко, солнце так горит, я не могу на нее смотреть. Солнце манго, манго, веселая полезная еда. Я пою с собой, солнышку стала смотреть. Боже, боже, я такая принцесса, звезда я. Я хочу на солнце загорать, мне больше не ворать, мне больше не вкать, мне больше не звать. Я не понимаю вас, липа, мою Боже, вечери гореть. Смотрите, обесветила я длину волос. Вот такого цвета она стала. Завтра хочу повторить процедуру и потом уже будем краситься в коричневый цвет. Корни я не трогала совсем. Завтра я их обесвечу. Но сначала длину и потом уже корни, чтобы не жечь так сильно волос. В принципе, он еще мягкий у меня. Но думаю, послезавтра, наверное, будет он у меня намного жестче, попаленный, но ничего страшного. А потом сделаю себе коричневый, как я хочу, и надеюсь, что он мне будет идти. Всем-всем доброе утро. Изабель. Привет. Куда ты идешь? В садик. В садик идешь? А потом на танцы. А потом на танцы пойдешь, да? Угу. Что, ты сердечко делаешь, да? Да. Сердечко? Да. Угу. Идем сейчас в садик отведу, потом поеду на работу. Нужно отвезти свой больничный. Как говорится, понедельник, день сурка. Вторую неделю везу свой больничный. Ну и потом нужно будет еще на почту заскочить. Отвезти. Давай ручку, Изабелька. Отвезти нужно будет письмо одно отправить. Ну и закупиться, конечно. И домой. Thank you.
получилось. Закупилась на 50 евро 52 цента. Вот все, что в тележке вы видите, да. Еще карточки. Дети только за ними охотятся, говорят, чтобы я закупалась только в Кауфланде. Собирают карты. По поводу сладенького, то, что я купила сегодня, я хочу вам показать один секрет. У меня есть вот такое вот ведерко. Мне подарили его на день рождения. И чтобы все сладкое сразу не съелось, я его аккуратно упаковываю сюда. И когда нужно, по чуть-чуть будем его доставать. Сегодня у нас на ужин ножки и крылышки с рисом.